Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. Сегодня я хочу поделиться с вами двумя криптомонетами. Вот очень интересная монета. Мне как бы понравилась. Я вот собираю, я работаю, да. Это первая монета. Это вот бразильская криптомонета. Называется Niobio Cash. Это официальный сайт криптомонеты. Я зачитывать ничего не буду. Я оставлю ссылочку на этот сайт под видео. Кто захочет, сам переведет уже на русский и ознакомится как бы с информацией. Я сейчас перейду на кран и покажу, как ее собирать. Значит, так выглядит Niobio Cash кран. Ссылочку я также оставлю под видео. Значит, у меня сейчас на балансе 19 монеток. 90.93. Минимальная сумма вывода 20 Niobio Cash, вот этих 20 монеток. Значит, давайте я сейчас соберу эту криптомонетку. Значит, смотрите, можно ставить вот сюда галочку. Если поставить как бы значочек. Вот сейчас страничка обновится. Но я не хочу ставить. Ну вот можно сюда поставить. Вам плюс. За раз она дает каждые 30 минут 0.43 монетки. И плюс к этой сумме еще 20%. Если вот сюда поставите галочку. Значит, я галочку убрала, потому что сильно долго загружается капча. Вот я так собираю. Вот сейчас нажму. Я не робот. Вот сюда вбиваем вот в эту строку адрес кошелька. Вот. Сначала, ну, как бы, да? А потом уже собираем, как на обычном кране. Здесь, если галочку, будет оповещать, как бы, то, что время истекло. Сейчас загрузится. Нажимаю далее Get Bonus. И мне 0.43 монетки упало на счет. Смотрите, на балансе стало 20 монеток. Минимальная сумма. Я уже могу ее как бы, да, поставить на вывод. Но я не буду. Почему? Потому как у меня еще не синхронизировался, правильно сказать, кошелек. И монета, конечно, придет, но... Она будет. Я не хочу, чтобы она там висела. Я хочу, чтобы кошелек синхронизировался. И тогда уже буду выводить. Сейчас я вам все расскажу. И про кошелек, про все на свете. Вот здесь вкладочка History. Здесь у нас идет все начисления показаны, которые мы собираем. На кране вот все здесь идет. Вот все-все-все начисления. Вот и 42 монеты, и по 40. Ну, меньше 40 не давала, сама мало. А так вот и 44 монетки давала. Вот сейчас 43. Дальше вот здесь вкладочка «Вывод». Когда будет минимальная сумма вывода, да, набрана, вот как в данном случае у меня, вот, кнопочка будет уже кликабельна, и я смогу как бы уже вывести. Ну, я уже сказала, да, что я не хочу. Я хочу подождать, чтобы у меня кошелек синхронизировался. Его надо устанавливать на компьютер, скачивать. Вот. Смотрите, вот у меня уже сумма стоит. Здесь email не обязательно. И сейчас у меня грузит. И я могу уже это все вывести. Нажать, монетка пойдет уже на кошелек. Так, и далее. Вот здесь у нас будет находиться партнерская ссылочка. Следующая вкладочка. Вот. Ну и отображаться ваши партнеры. Вот свою ссылочку, как я уже сказала, оставлю под видео. Значит, где брать кошелек? Кошелек выглядит вот таким вот образом. Вот видите, вот это будет ваш адрес, такой длинный. Его, как установите кошелек,
забиваете в кран и собираем криптомонету. Значит, отправить, получить, транзакции, контакты и майнинг. Майнинг я еще не разобрала, что это такое. У меня вот идет синхронизация, у меня 55 799, а надо 90 028. Вот когда у меня полностью пройдет синхронизация, я вот тогда хочу и вывести. Так, далее что хочу сказать еще. Ага, где брать кран? Сейчас у меня тут все по вкладкам. Значит, смотрите, когда вы перейдете по ссылочке на кран, вот у вас будет таким вот образом выглядеть. Сюда вставляете свой Niobio адрес, вот этот длинный, и где взять кошелек. Внизу, вот здесь, Donut Wallet. Вот на эту я нажимала, вот на эту вкладочку, вот на эти буквы, и кошелек мне скачался. Очень это все быстро скачивается и устанавливается. Только вот что синхронизация идет. Я скачала этот кошелек в субботу во второй половине дня. Вот. И вот начала собирать с субботы, как бы, да. После того, как установите кошелек, копируете адрес и можете смело собирать. Вот. Далее, что еще я хотела сказать. Да, кран платит. Вот у меня скриншот, не знаю, видно ли. Вот, сделан. Значит, вот уже человек давно работает и пополняет, и выводит. Видите, туда-сюда, вот как бы стрелочки. Пополняет, выводит. Вот, доступный баланс 20 монеток. Вот это транзакции идут. Поэтому у меня нет, как бы, да, сомнения в том, что кран мне не заплатит. У меня, как бы, я спокойна в этом плане. Я знаю, что я спокойно выведу. Так, доказательства я вам предъявила. Ребят, честное слово, я хочу, чтобы у меня не висела эта транзакция, а, естественно, я хочу, чтобы я ее видела на своем балансе. Правильно? Она поступит ко мне, если я ее сейчас выведу. Но она будет у меня висеть, пока не пройдет транзакция. Все это, синхронизация. Вот. После того, как я это, у меня все синхронизируется, естественно, я буду делать видео еще одно по этому же, как бы, крану, да. Вот так. Ну что, теперь через 30 минут я могу еще, ну, опять собирать монетки. И еще у меня есть один кран, тоже довольно-таки интересный. Называется Zcore. Вот это тоже официальный сайт этого, как бы, этой монетки. Эта монетка тоже можно, как и предыдущий кран, скачивать на, как бы, кошелек скачивать на компьютер. Но я, так, сейчас запутаюсь в вкладках. Так, вот сюда. Вот. Так, вот моя. Так. Вот так вот выглядит кран. Точно так же. Здесь история, здесь вывод и здесь партнерская программа. Как бы наша партнерская ссылочка находится. Здесь я брала номер кошелька с биржи. Сейчас я вам все покажу. Опять вот я, у меня на балансе одна монетка, .77. Дает монетка это 0.03. Минимальный вывод 2 монеты. Мне чуть-чуть осталось уже до вывода. Вот. Вполне возможно, что сегодня к вечеру я уже смогу ее вывести. Значит, и точно так же собираем монетку. Здесь, если галочку поставить, еще плюс 20%. Если кого заинтересует, уж сами испробуйте и так, и этак. И посмотрите, что для вас лучше. Вот. Тоже каждые 30 минуток идет сбор. Я не хочу сказать, что я сижу 24 часа в сутки за компьютером. Извините, у меня тоже семья и дети. Но по возможности, да, я очень часто. И монетки собираются очень-очень быстро. Вот. Сейчас у меня загрузится тоже.
И кошелек, если кто захочет это установить на компьютер, точно так же под краном, вот здесь написано «Сменить аккаунт», будет вот этот валет, этот кошелек. Вы нажмете, можете установить на компьютер. Кто не захочет, можно взять кошелек с биржи, как я. Сейчас я вам соберу монетку, перейду на биржу и покажу. Подтвердить. Видео немножечко затянулось, но это, ребята, того стоит. Монета мне, конечно, очень нравится. Я вообще помешана на криптовалюте. А на бирже ее можно, естественно, что ту, что эту, можно будет обменять. Гетбонус. Все, вот видите, мне начислено 0.03. У меня баланс уже одна монетка, точка 80. Вот. Так, где взять это самое? Подождите. Чуть повыше, хочу скопировать эту. Опа. Да, скопировала. Сейчас по новой загрузится. Хочу вот эту монету. И показать, где я брала адрес. Ой, не так. Что ты? Айе. Правильно, ну. Сейчас, секундочку. Значит, биржа называется CREX24. Вот она здесь. Тоже я ссылочку оставлю под видео. Здесь нет как бы реферальной системы на этой бирже. Но биржа очень простая. И регистрация простейшая. Ну, здесь вот как бы, да, купить, продать. Здесь вот, а где брать кошелек, просто. Смотрите, нажимаете счет. Вкладок открыт неимоверно у меня. Счет не хочет открываться у меня. Так, вот счет. Здесь очень много криптомонет. Вот здесь в поисковик вводим нашу монетку. Смотрите, вот это вот пополнить, вывести. Это доступный баланс в ордерах и всего будет. Так, и вводим сюда. Сейчас ставим нашу монетку. Мы пропали. И вот наша монетка. Скоро это. Значит, где взять адрес кошелька? Вот эта вкладочка «Вывести», если мы будем, ну, когда будем выводить или менять. Секундочку. А вот это вот «Пополнить». Нажимаете «Пополнить». И сейчас у нас сгенерируется адрес.
ждем несколько секунд. И вот отсюда я брала адрес, копировала и вставляла в этот, в кран. Вот адрес генерировался, я его скопировала и вставила, как я уже сказала, в кран и собираю монетку. Сюда же я буду потом выводить. Вот. Пусть собирается, потом буду уже менять на биржу. Так, еще я хотела что вам показать, сколько эта монетка она стоит в сатошах. Так, не то, где же так. Так. Скоро это. Ага. Так, вроде здесь. Тоже я ссылочку оставлю. CoinLip. Значит, смотрите, вот 0.12 центов монетка. И это в сатошах она стоит 1583 сатоши биткоин. Биткоин сатоши. Вот. Ну, вот такие вот две криптомонеты. Как я уже сказала, даже сейчас я вот перейду сюда. Вот, скоро. Кран этот. И можно также, как вот я сейчас показала вам биржу, и также можно как бы установить на компьютер скачать. Я, наверное, тоже буду скачивать со временем этот кошелек, потому что биржа, кошелек это и есть кошелек. Правильно? Вот. Time. Так. Надо перевести на русский. Переведется она на русский. Перевести. А, нет кошелька. Они, наверное, вот так перевод. Как-то так. Непонятно. Все виснет. Вот. Ну что, так. Не перевелось. Не удалось перевести. Ну да ладно. В общем, кому интересно, ребят, присоединяемся. Собираем эти две криптомонеты. Продолжение, естественно, следует. Я делюсь лишь с вами информацией. А решение уже принимаете вы. Надо вам эта монета, не надо. Мне вот надо, я с вами поделилась. Вот. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Пока-пока.